Pride Park вдохновляет. В Pride Park 1000 автомобилей с ПТС всегда в наличии. Pride Park. Лада. Екатеринбург. Накануне заседания Думы в администрации города в рамках публичных слушаний обсудили проект бюджета на ближайшие 3 года. Все подробности смотрите прямо сейчас. В актовом зале администрации многолюдно. На публичное слушание пришли более 160 человек. Это жители города, общественники, депутаты, руководители предприятий и организаций. Всем желающим по предварительным заявкам было предоставлено слово. Глава города Наталья Тихонова ответила на все вопросы, которые задавали горожане. В итоге 162 человека из 166 поддержали проект бюджета на 2019 год и плановый период на 2020 и 2021 годы. По результатам публичных слушаний администрация города вынесла постановление утвердить результаты и направить проект решения на рассмотрение Думы. Все пожелания и предложения будут изучены и найдут свое отражение в бюджете во время согласительных комиссий. Стоит отметить, что публичные слушания носят рекомендательный характер. Это является отражением мнения жителей города, которым не стоит пренебрегать. 4 декабря на заседании Думы народные избранники приняли проект бюджета. Само заседание длилось всего 20 минут. Не буду скрывать, что для меня лично очень волнительно была сама по себе процедура участия в публичных слушаниях. Не всегда бывает какая-то определенная адекватность поведения, эмоциональность повышенная. Здесь вот просто на одном дыхании мы слышали друг друга, задавали вопросы, да, голосовали. И в условиях заседания сегодня, думаю, в течение 20 минут оперативно было представлено мое выступление в виде бюджетного послания, выступление начальника финансового управления. И как таковых вопросов от депутатов не поступило. В первом чтении бюджет принят. И мы очень надеемся, что конструктивная работа и мнение жителей будет услышано при проведении согласительных комиссий. Первый шаг мы сделали достаточно уверенно. Сейчас с помощью администрации, в первую очередь ее хорошей работы, правительства Свердловской области, значит, общественников, 14 программ. Это вообще удивительно, и бюджет очень сильно увеличился, и поэтому, конечно, много желания для того, чтобы выполнить определенные мероприятия, которые раньше в городе не выполнялись. Поэтому, конечно, есть дискуссия, но вот вчерашнее публичное слушание и сегодняшнее заседание показало, что общие параметры бюджета приняты. Добавим, что общий объем доходов бюджета на 2019 год составит 1 миллиард 832 миллиона 300 тысяч. Впереди согласительные комиссии, на которых будут детально рассмотрены все параметры доходов, расходов и дефицита бюджета.